Всем привет! С вами редакция Girls Just Wanna Have Smut. И у нас сегодня опять новая рубрика Girls Just Wanna Have Smut. И сегодня, как вы могли догадаться по антуражу, мы будем проходить испытания ведьмачьими мутагенами. А именно, готовить коктейль. Да, эликсиры. Эликсиры, да. Приступаем! Итак, первый эликсир, который мы будем испытывать на себе, это будет кошка. Что делает кошка? Царапается. Нет, в ведьмачьем мире. Помогает видеть в темноте. Да. Делает кошачий взгляд, все, типа, блядь. Все логично, блядь, шум не справится. Опять, кому мы все рассказываем, если все знают? Может, вы рецепты знаете? Так, в записках Визимира, которые мы нашли, нам нужно алкогест, 1 единица. Есть. Паутинник, 1 единица. Есть. Плоды берберки, 5 единиц. Все есть. Это грибы, если что. Нет, это ягодки. Что такое написал? Сколько грибы? Это паутинник грибы. Ну, мы начинающие алхимики. Да, мы учимся. It's okay. Да. Так, и водная эссенция. Тоже все есть. Переводим это на человечий язык теперь. Нам понадобится водка, содовая. Есть где-то здесь. В холодильнике пока. Мятная кашка. Мятная кашка. И сахар. Все есть. Листья, точнее, ягоды берберки, это у нас поречка садовая. По-русски. Поречка. Поречка. Смородина это. Красная смородина это поречка. Красная смородина. А смородина черная это смородина. Черная смородина. Это просто смородина, а это поречка. А рассудите нас в комментариях, пожалуйста. У нас семья черная и красная смородина. Все. Никаких больше других названий. Ну, просто городские, не знаете ничего. Ну. Можно будут толочь. Можно. Да. Давайте, начинаем. Так. Что первое? Кошка первая. Из ингредиентов. Нам нужно 30 листьев мяты. Давай. Режь. Что в это время мне делать? Тебе быть наготове. Да. 30 миллилитров надо чего-то мне отмерить. Пока подожди, да, содовая. Я пока принесу содовую. 15 миллилитров. Опа. Так, содовая это что? Это вот это? Да. А почему 15 миллилитров? Потому что у нас было 5 миллилитров на порцию. А. Так, я попробую это пока. Раз. Мы такие, два, как бы. Три. Ведьмачки немного брезгливые, поэтому мы моем ингредиенты. Мало ли кто на них нахаркал в магазине. А сколько миллилитров в ложке? Это не точная информация, Света. Смотря какая ложка. Нам нужно 15 миллилитров воды. Да. Да. Это чисто харчок один. Да. Я могу взять в рот. Нет, Света, подожди. Не надо. Да. Света, много, без... Света всегда. Я не пользуюсь весами, мерными какими-то хуйнями. Поэтому наши что, я уже давно эликсиры... не считаю листья. С кем я готовлю, девочки? Мы брезгливая будем мыть мяту, но прежде чем мы ее помоем, мы ее грязную положим на досточку, на которой мы будем резать все остальное чистое. Что я хотела сказать. Из-за Светы мы откинемся на первом же эликсире, который будет самым слабым мутагеном, я правильно понимаю? Ну, типа да. Угу. Да может нахуй мыть? Еще 5 надо. Оно на кусте росло, никто не трогал. Все, все. Это тоже моется. Так, подождите. Тут будет склейка. Ой, Настя. Жопками не понесешь. Вы пока развлекаете слушать. Я это вырежу нахуй. А, еще сахар нужен сюда. Сколько? Сахара нам нужно 1,5 чайной ложки. Изи, блядь, бризи. Кидай нахуй сюда. Раз. Зачем ты считаешь? Все. Толчем. Толки в кашу, пожалуйста. А ты уверена, что листья можно так растолочь? Да. Да. Two hours later. Да, так и мудро. За 2 часа. Что еще сюда надо добавить? Надо все сразу это сначала, добавить. Нет, сначала добавляется вот это. Подожди, потолки немножко хоть такого-то состояния, а потом мы добавим сюда нашу поречку или красную смородину красную. Для городских. Пахнет як, просто пахнет мятой. Да. Мохито. Я вам рассказывала историю про мохито и пинаколаду? Нет, расскажи, пожалуйста. Мы когда с мужем поехали в свой медовый месяц,
я записывала кружочек в Телеграме или звонила в Вайбер, что-то такое, родителям, ну, маме. И я озвучила какую-то хуйню, типа, что вот мы тут взялись по мохито, пиноколаду, и, а он в это время записывал какой-то кружочек в чат, и весь чат это спиздел на меня, что я ТП-ха, потому что пью мохито и пиноколаду как ТП. А в чем проблема? А какие напитки не считаются ТП? Я не знаю, что-то... может, типа, виски, он ракс, что-нибудь такое. Он ракс. Он рокс. Дракс. Слушайте, реально каша. Давай, давай. Может быть, пора ягодки добавить? Нет, подождите. Лиза, мы вообще не следуют рецепту. А Лиза только, вот типа, как написано, ни шаг лево, ни Лиза, шаг вправо. Мы до записи видео договорились, что ягодки пойдут в кашу. Да, но сначала... Женщина, какая разница? Это все ингредиенты для каши. Рецепт у нас жди сначала. Не будьте как они. Ты, конечно, с ножом, но да. Мы тебя не боимся. Ты что меня тыкнула? Хорошо, что у них ножи тупые в доме. Все. Думаю, будет очень вкусно. Мне кажется, пока ничего страшного там нету, чтобы было невкусно. Я говорю уже, это не сарказм. Грязный телефон на досточку положила. Боже. Света просто ответственна за чистоту досточки. Толчи давай. Можно будет толочь. Все, давайте дальше уже каша. Хорошо. Переливаем это в наш стакан для смешивания. А сюда больше ничего не надо? Нет, алкоголь не надо? Алкоголь, нет, алкоголь сюда пойдет. Возьми это. В рот сразу. Понюхай, как пахнет. Как красиво. Как-то у нас мало этого. Достаточно. Ой, блядь. А потом, почему у них тупые ножи? Посмотрите, что она делает с ножом. У вас есть силиконовая лопаточка? Да. Вот ей соберется до последней капли все. Раздаю советы по готовке. Если вы хотите выскребсти что-то из миски, например, вы делали крем или тесто, берите силиконовую лопаточку и ей все соскребете. Настя считает, что вы долбоебы. Почему? Я... Советы просто. Я просто даю советы. А, полезности. Конечно. Если честно, я это, ну, типа, ну, с рождения, мне информация это не поступила в мозг. Не была вложена. Нет. С молоком матери. Да. Сюда мы вливаем 120 миллилитров водки. Пожалуйста, Света, в этот раз отмерь в стакане. Лиза, контролируй эту женщину. Мне кажется, нам пизда. Уже много. Это еще даже не 100. Ну, это граммы, а не миллилитры. А где миллилитры? Не знаю. Можно? Вот, нет, вот миллилитры, все нормально, все правильно я говорила. Только ровно держите да. Стакан. Это как-то дохуя да. Водки. Да, не мудрено, что Геральт все время бубнил. Ну, там же говорилось, что если много пить эликсиров, то это плохо на здоровье действует. Здесь 100. Да. Нормально. Перемешиваем. Дальше что? Все. Это коктейль? Да. Вот это водка с мятой просто? Да. Да. Подождите, нам еще добавить надо грибочки. Лиза, ой, да, Света, у нас еще паутинник. Действительно. Иди возьми в морозильнике паутинника. Это же чистая просто водка. С мятной кашей и содовой. Ну, ты Настя, конечно, да. Что? Может, я это пила. А при чем здесь я, если это рецепт Визимира? Бля, дядюшка Визимир, удивительно, что не спился. Я просто не уверена, что после этого мы будем лучше видеть. Покажи в камеру, пожалуйста, что ты держишь в руках. Это паутинник со льдом. Гриб. Точнее, во льду. Мы как бы все-таки сезонность паутинников присутствует. К сожалению, сейчас не сезон, нам приходится использовать из наших запасов на зиму. Я полапала, сейчас подметить. Бля, смотрится шикарно, девочки. Если к вам это выглядит и кажется аппетитным, обязательно сообщите нам. В принципе... Не, ну может лед растворится, и это чуть-чуть будет не так ужасно. Все, я думаю, готово. Ты думаешь, готово? Да. Все еще пахнет водкой. Нет, паутинником пахнет теперь. Мы готовы. С Богом. Стой. Опа. О, да, алхимик. О, красиво как. Да. Как из болота воды набрали.
У меня руки сейчас будут в кошке. Это сейчас должно быть как в том видео, типа, получилась хуйня. Хватит. Хватит, да. Я боюсь. Давай. Ваше здоровье. Ну что, девочки, как ощущения? Кошачий взгляд прям. Очень ярко теперь стал. На вкус нормально. Я ожидала, что будет хуже, но мне даже понравилось, честно. Типа, если бы вот шоты такие, я бы, типа... Да. Вполне? Я нет. Нет? Мне не понравилось. Вообще? Я не очень люблю водку, и там типа прям слишком много ее было. И вкус мяты был не очень сильный. Мне понравилось. Я как бы водку тоже не очень, но в качестве шота вообще заебись и выглядело красиво, действительно. Выглядело мы красиво. Не дотолкли мяту до прям каши, и типа ее кусочки прям очень классно смотрелись. Как из болота реально вот это да. Как эликсир, видимо. Короче, в целом, если вы любите шоты и ок относитесь к водке, советуем. Двигаемся дальше. У нас следующая ласточка. Ласточка – это зелье, которое помогает ведьмаку, простите, не те записки, ускоряет восстановление здоровья. Нормально, да? Полезно? Самый мой часто юзаемый эликсир. Блин, в жизни бы пригодилось, на самом деле. На самом деле, после шота водки нам нужно восполнить здоровье немного. Да, согласна. Поэтому продолжаем бухать. Обязательно нам нужно алкогест. Это у нас сегодня выступает битер красный. Любой. Ну, у нас мартини. Росса. Ласточкина трава, 6 единиц. В качестве ласточкиной травы у нас выступает мята. Лепестки белого мирта. Мы подготовились, у нас тоже замороженные, потому что не сезон. Опять же, для лепестков белого мирта у нас замороженные лепестки. Все нормально. И самое вкусненькое, это 5 единиц мозгов утопца. Опять же, заморожено. Не сезон. Мы с весны сохранили. Да, да, все нормально. Поэтому мы подготовились, да, и начинаем... В ласточке, как мы уже говорили, 50 миллилитров мартини. Я возьму, пока пойду, лепестки мирта и утопца. 50 миллилитров. Я не буду, как Света, отмерять все, типа, количеством харчи. Ну, то, что надо, на самом деле. То, что так думаю. Блядь, что это? У Лизы проблемы с мозгами утопцев. А, это эмбрионы, подождите. Значит, в другой. Спойлер. Да. Следующее, это апельсиновый сок, 150 миллилитров. Как-то мало алкоголя у нас получается здесь. Ну, это же для восстановления здоровья после водочки. Ну да, апельсиновый сок хорошо работает. О, мозг утопца. Здесь сразу два мозга утопца, прошу обратить внимание. Тоже заморожено, свеженькие, пойманы нами. И вот здесь у нас, видите, здесь все видно. Это лепесточки мирта белого. И у нас еще надо цедра апельсина. Так, я добавляю ласточки на траву. Приступаем. Что-то трется? Да. О, май, как красиво. Как ушная сера плавает пятна. Ну, скорее всего, этот коктейль, эликсир, извините. Получится прям вкусненьким. Это, типа, да. Тут нет ничего невкусного. А что было в прошлом невкусное, стесняюсь? Водка. Ну, кого-то смутила водка. Не знаю. Пахнет, как в детском лагере во время полдника. Нихуя у вас были мартини, полдники. Да. Для неверующих тут больше стало видно. Вот мозги, они, видите, еще мягенькие. О, боже, они реально на ощупь, как мозги. Найс. Nice. Так. Так. Опа. Раньше времени пробуют, посмотрите. Пытаюсь не выдать никакую эмоцию на лице, чтобы они не спалились от впечатления. А сама такая сдерживает рвотный позыв. Ну что,
Да, ну это, конечно, выглядит не так интригующе, как первый. Ну, ласточка оранжевого да, цвета. Да. Поэтому у нас все по канону. В принципе, попадание произошло. Класс. Пробуем. Мне понравился ласточка, намного приятнее на вкус. Ясно, что это полезно для здоровья, восстанавливает твои жизненные силы. Очень вкусно, приятно. Света, ты что-то взгляд бешеный. Просто я тоже покажу ведьмачьи мутации. Что, переходим к последнему. Подожди, а тебе понравилось? Мне понравилось, забыла. Действует на здоровье, но типа есть побочные эффекты с памятью. Мне понравилось очень. 10 из 10. Да, в принципе, мне тоже понравилось, но это, конечно, вариант не для шотов. Это нужно пить как бы вот так вот, кайфуя, попивая, в общем-то, да. Ну, в принципе, как хотите, если вам весело накидаться таким коктейлем, шотами, будете долго накидываться, но... Продолжаем. Последнее у нас наше зелье Гром. Что эликсир. Он, эликсир Гром. Что он делает? Увеличивает урон, но снижает параметры защиты. Будем без защиты сегодня. Детки, на будущее без защиты. Даже если у вас максимальный урон. Да. Итак, что нам понадобится? Алкогест. Это у нас выступает наш виски сегодня. Листья собачьей петрушки. Опять мята? Опять мята. Паутинник у нас замороженный, как мы уже говорили. Все так. И эмбрион эндриаги. Тоже в заморозке. Тоже в заморозке. На порцию лонга вам понадобится 50 мл виски. Угу. Дальше мы к нашему алкогесту добавляем ликерчик. Сколько? 25 мл, это Blue Curaçao. Дальше у нас идет... Стало зеленым, гляньте. Как классно! Стой, сетка, еще апельсиновый сок. Апельсинового сока 50 мл. Просто алхимики какие-то! Посмотрите. О боже! Как красиво! Все, дальше сложные действия происходят. Да. Нам нужно апельсин и яблоко. Ножик наш где? Так, я апельсины вообще не люблю. Чиститель есть? Есть, поэтому я не знаю, как их чистить. Оно рассчитак очистится, да? Ну, можешь так почистить. Да. Я уже немножко пьяненькая, если честно. Если что, мы просто допили остатки ласточки. Для здоровья. Мы все-таки хотим быть здоровыми. Ну, как Кендалл Дженнер просто. Настя пока может подготовить паутинник и эмбрионы. Могу. Итак, эмбрион, вот видите. Сейчас мы покажем, как он выглядит в свежем виде. Вон, перед свечой. Эмбрион эндриаги вот так вот выглядит в свежем виде, но мы все-таки... На улице жара, хочется охладиться. Мы не кидай. Какая-то хуйня получается, если честно, девочки. Знаете, когда мама легла спать днем, выходной свой, и ты решила это время приготовить ей что-нибудь вкусненькое, типа, чтобы порадовать. Ну, так спасибо большое. Да. Так, паутинник. Все. Вы уже видели паутинник? Да, мы показывали. Ну, красота. Ой. По рецепту паутинник с прошлой осени заморожен. И яйца, эндриаги, эмбрионы. Все на месте. Так, подсек. Похож смузи какой-то. Да, я говорю. Так. Ой, как пахнет алкоголем. Листики чего у нас? Собачьи петрушки. Собачьи петрушки. Хапку дроп. И гром готов. Угу. Так, Настя, понемногу. О, как приятно. Давайте лить сразу в колбу, это бесполезно.
А теперь точно получилась хуйня. Есть небольшая проблема. А что делать? Я сейчас сикну. Давай, у нас есть задача, мы должны, у нас есть план, мы должны его придерживаться. Подожди, подожди. Сикну реально. Света, ты не помогаешь, нихуя. Давай, лей. Куда? Как-нибудь, не знаю. Она оно не лезет. Настя, 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 Настя. Ну что, девочки, отправляемся на третий этап испытаний, финальный, чтобы понять, сможем ли мы стать ведьмаками или нас убьет испытание мутагеном, правильно? Красиво, кстати, выглядит. Да. Похоже, да, Гром? Да. Фотка. Говори. Да. Я не буду врать. Я чувствую себя мутантом. Мне кажется, испытание травмами прошло успешно. Смотрится охуенно. Ну что, могу сказать по третьему эликсиру. Было прикольно. Я люблю виски, поэтому, в принципе, мне понравилось. Несмотря на то, что выглядит мерзотно, и текстура тоже так себе. Да. Плюс только виски. Можно просто выпить виски. Да. Но это же не эликсир. Да, своего рода эликсир. Мне, ну, виски лайк, все остальное мне не понравилось. И как-то, знаете, ощущается странновато. Наверное, ты просто не прошла ведьмачьи вот, испытания травмами, и скоро ты умрешь. Найс. Наконец-то. Настя, тебе как? Короче, я не люблю виски, и в этом коктейле я вообще не очень поняла его сочетание с нашим вот этим фруктовым пюре и ликером. Оно как будто бы все отдельно друг от друга существовало. Mm-hmm. Возможно, стоило взбить получше, чтобы была, не было вот этой прям мякоти такой ощутимой. Mm-hmm. Вот, но в целом невкусно, я не рекомендую. Настя, у тебя что-то из глаза течет. Да, посмотри. Ты тоже не пришла, ведьма, ну, сдохнуть, да? Со следующего выпуска... Света нас убила просто. Наш подкаст называется Girl Just Wanna Have Smart. Жду вас, друзья. Я сейчас хочу отмотать на начало этого видео, когда Света хотела харкнуть нам в стакан. Да, надо взять в рот? Нет, Света, подожди, мне надо... Да. Что я хотела сказать? Из-за Светы мы откинемся. Я вообще смузи на самом деле не люблю, поэтому мне еще не понравилось. Ты не зожница, потому что... Я... Зоша, ты пиздёшь. Все, спасибо большое всем, кто был с нами. Пробуйте коктейли по нашему рецепту. Пишите, какой вам понравится, не понравится. Если вы отважитесь, все-таки посмотрите, как это сказывается на некоторых людях. Побочные эффекты могут быть любыми. Ага. Да. Мы не несем ответственности за данную рецептуру. Да. Как эликсиры, как коктейли, как шоты. Это чистая... фантазия. И напоминаем, что чрезмерное распитие алкоголя употребление. Смотрите, как на нас повлияло. Не, я красиво. Ну, немножечко что-то вот тут темновато, но это скорее не выспалось. Сейчас отваливается кусок кожи уже. В общем, да, спасибо, что посмотрели это видео. Ждем ваши комментарии, лайки. Подписывайтесь на канал. Да, скоро это будет лично мой канал, поэтому... Ставьте лайки, ставьте колокольчики, пишите комментарии, слушайте наши подкасты, смотрите другие видео и оставайтесь с нами, не отписывайтесь, у нас будет еще очень много всего интересного. Да, кстати, пишите в комментариях, какой бы выпуск Girls Just Wanna Have Smack
вы хотели бы увидеть, типа, что нам приготовить, да, или типа распить? Мы сделаем для вас все что угодно. Нет, ну что-нибудь сделаем. Но не все, что позволяет эта платформа. Всем спасибо, всем пока. Пока-пока. Я слышу, как она глотнула. Разлила, что ли? Да.